Если между выходами серии вы скучаете по индустриалке, то хочу посоветовать одного неплохого человека. Играет различные индустриальные сборки на стримах с подписчиками. Посмотрим, как интересно это у него получится. Все ссылки в описании. Хей, всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, и добро пожаловать на новенькую серию по новым горизонтам Грег Теха. И наконец-то у меня дошли руки, чтобы записать эту серию. Да, хотя, знаете, вот до съемки этой серии у меня дошли руки, а до обработки прошлой серии, которую вы уже посмотрели, у меня всю неделю не доходят руки, потому что я нахожусь на своей базе уже неделю, не выключая комп, не выключая сервер, и просто сплю с включенным GTNH, работаю, а он у меня работает тут. Прихожу, он включен, опять ложусь, он включен и так далее. Но я тут просто провожу все свободное время, если у меня оно появляется. Как вы видите, тут уже поднастроил себе вот такие вот экранчики. Я просто это все делаю для удобства. А мне потребовалось, решил сделать, потому что у меня постоянно какая-нибудь жидкость закончится, либо вижу, что уже заканчивается, нужно там пойти переставить на насос свой на какой-нибудь планете. И постоянно куда-то бегаю, отлучаюсь, что-то переделываю. В общем, капец какой-то. И спросите, что же ты делал тут неделю? Так, ну давайте потихоньку. Ну вот этим я занялся-то быстро. Давайте потихоньку. Во-первых. Я наконец-то уже подключил. Подключил вот эту всю систему. Все подвел, все, что нам нужно. У нас тут есть тэнк с ликвитайром. У нас есть тэнк с криотиумом. Но теперь не хватает только тут нам заливать жидкость. Я уже два ведра перелопатил. И сегодня нужно будет с ним поработать. То есть, видите, деплетед. Ну, короче, переработанная уже жидкость здесь лежит, от которой нужно как бы избавляться. Но нам же не надо ее уничтожать. Мы ее с вами закинем в центрифугу. Получим америций, калифорний, аганезон. И на квадах переработки в центрифуге. Вот это нам нужно будет сегодня с вами сделать. Так, а где-то у меня капсула. Капсула. Я просто на всякий случай тут хоть литрушечку себе налью, чтобы не забыть. Снизу все подключил. Теперь у меня тут такая вот схема. То есть идет у меня проверка на криоген, на ликвитайр. Если то и то есть, то подается сигнал, а тогда она работает. Также тут подается сигнал, если нужна будет энергия. То есть все три сигнала, если исчезают, переходят дальше. Здесь он принимает один сигнал отсюда. То есть когда все эти отключены, этот включен. И с этой стороны, когда вот в этом input хэтче у нас есть жидкость. Если этой жидкости нету, просто типа не подается сигнал, и он типа не работает. Ну это, грубо говоря, поставил так. Почему бы и нет? Если мне потребуется, то можно будет, например, сделать тут какой-нибудь счетчик, например, там 2% жидкости осталось, все, пусть выключается и так далее. Но почему бы и нет, если потребуется, можно и такое забахать. Подключил здесь динамо хэч, он уходит туда, запитывается. Сразу, ну точнее, это отдает энергию всю на базу. Это очень хорошо. Так. Давайте. А, ну да, вы видели точно. Я же уже выложил этот скриншотик, связанного с этими цветочками. Сейчас они уже в норму пришли, потому что уже сутки стоит, ничего не крафтит, и все плохое ушло с моей базы. Хотя вот тут вот видно, что не белая ромашка, а чуть тусленькая. Что было? Я ставил на... У меня 4 дня крафтились элементы, пока я был на работе. Или пока я спал. В общем, я проверял всю систему, насколько быстро все создается, на чем стопорится, хватает ли энергии и так далее, и так далее. В общем, что я крафтил, такое массовое ставил. Ну, опять же, не просто так, что такое от балды, не вообще ни капельки. Я же опять до будущего уже заглядываюсь, вот сюда. Я зашел, тут у нас вот старгейты. И я тут просто увидел, что тут нам нужно будет куча сенсоров. Ну, то есть, ну, 1000, там, 2000. И наносиркуитов тоже очень много потребуется. И такой, ну, почему бы и нет? Ну и по итогу нано я смог пока скрафтить 122 штучки, можно больше будет поставить. Я просто для теста сотенку ставил, а сенсоров
сенсоров. Вот, за 1000 перевалил. Такие вот дела. Это хорошо. Хотя бы чуть-чуть, хоть какие-то ресурсы подкрафтил. Дня 3-4 они у меня крафтились, ну, потому что у меня были проблемы. Проблемы, например, с энергией. Вот, смотрите, наглядный пример. Просто у меня все разрядилось. Вся энергия из этой батарейки ушла. Все эти хэтчи, все проверял, все полностью ушло и просто все тратилось. Потому что вот у меня вот эти все ассемблеры работали. Они не переставали, они просто работали, 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 работали. А по итогу что случилось потом? То есть, смотрите, вот этот у нас трансформатор разрядился. Вот этот трансформатор разрядился. Энергия пошла вот сюда. А энергия-то все уходит из этого трансформатора на эти ассемблеры. Ну, а также и тут у меня еще батарей-буфер стоит. И сюда энергия не приходила, когда он разрядился. И все. Энергия закончилась. Вот этот мой датабанк остановился. И все ассемблеры остановились. Пипец. И тогда крафты все нарушились. Там некоторые предметы уничтожились. Больно было. А также еще был у меня косяк с нано-сиркуитками. Там солдеринг колой. 16 миллибакетов лишнее заливал. И в итоге у меня в input хэтчах лишние бакеты оставались солдеринг колоя. Я не понимал из какого-то крафта, пока все не остановилось, я потом проверил. В общем, из нано-сиркуитов. Блин, пипец отстой какой. Ой, как-то так. Были проблемы, конечно, у меня еще, например, вот с созданием пипик-вейферов. Сюда перенес я это дело. Понимаю, что там вейферы тоже некоторые нужно будет сюда перенести. То есть поставить крафт какой-нибудь такой масштабный в эту сторону. Но это я потом сделаю. Также еще я понял, что кристальные, блин, эти... чипы, процессоры, какие-то... Микросхемы, во, кристальные, долго крафтятся. Надо бы их сюда перенести, пока еще не занялся этим. Ну и очень долго у меня создавалось, если не ошибаюсь, называется суперкондуктор. Да, суперкондуктор Луф. Суперкондуктор Луф, вот этим. Потому что мне там для крафта потребовалось... Ой, нет, не буду врать. Ой, прям не буду врать. Сенсор. Вот давайте, ну, просто 1000 поставлю и посмотрим, что он нам скажет. Ну вот, он уже говорит, платины не хватает, жесть. Иридии не хватает. Вот это да. Ох, 15 тысяч. 4000 майнфреймов. Йо-ху-ху. Ужас-то какой. Может быть, какой-то рецепт он поменять? Например, чтобы он не мейнфреймы использовал, а хоть следующий тир, по итогу, может быть, мы даже и сэкономим на платине. Что-то давно этим не занимался я. Так, мы тут вообще смотрим... А, суперкондукторы, точно. Я просто на все заглядываюсь, такие цифры большие. Так. Супер. Опа, 30 тысяч. 30 даже, ну почти 32 тысячи. Ужас. И это очень долго крафтилось, прям очень. А нет, точнее это обжигалось довольно-таки быстро. Вот охлаждалось очень долго. Пришлось их вытащить, я не помню, где они охлаждались. И, короче, сюда воткнул, чтобы они здесь охлаждались. Мне кажется, добавочный какой-нибудь фризер нужно будет поставить на эти суперкондукторы. Ну, я вообще даже не учитываю другие слитки, что там, например, рур-редит, который долго обжаривался. Ой, там все так было муторно и долго. Я даже вот делал для себя скриншот, сколько у меня жидкости сейчас и после крафта. У меня все заканчивалось, прям все. Ой, блин, слава богу, эти помпы на планетах спасают очень сильно. О, опять по 2 миллиона. У меня он опускался до миллиона. 2 миллиона и опять вернулся. Хорошо. Так, давайте тогда займемся центрифугой на эту серию. Вот, я уже скрафтил на 131к. Так как у нас тут место есть, я решил воспользоваться этим. Так, проверочка. Давай, загружайся. 131к, да. То есть мы ее ставим сюда. Так, нам потребуется шина. Ну, опять же, я сейчас еще даже не обо всем с вами поговорил. 100% есть еще то, что я хочу обсудить. Но я пока не помню, что именно. Успеется. Так, если вспомню, расскажу. 4.
Это вот... Так. Там перерабатывается, там будет одна жидкость и куча предметов. То есть, по факту, мы должны забирать все предметы, которые скрафтят. Например, какой-нибудь... Хотя, подождите. Как это все буду реализовывать? Ну, даже если вот так вот поставлю. Тут мы, грубо говоря, его наливаем. Вот так. А где мои все кабеля? Ага. То есть мы сюда его наливаем. И только одна сторона у нас остается свободная. Тогда здесь мы ничего такого не ставим. А у нас тут пойдет просто раздвоение раздвоение трубы. На жидкость и предметную. Так вот. Ну и отсюда уже, разумеется, будем все дело извлекать. Ай. Так вот хотя бы. Так, здесь автовыгрузку. Ага. О, и то отлично. Я почему-то думал, такого не будет. Так, тогда воспользуюсь я сундуком. Если не ошибаюсь, это он. Помещать. Ой-ой-ой-ой, нет. Вот почему я тебя постоянно хватаю? Вот все думаю, вот в этот раз не ошибусь. Возьму нужный сундук. Ай, и все равно промазываю. Так, отлично. И аганезом. Аганезом надо забирать полностью, отдавать туда. Для этого лучше, конечно... Интерфейс, что ли, использовать? Давайте интерфейс тогда. Как-нибудь так вот. Ну, еще потребуется вот это. Так, значит, тебя сюда помещаем. И это все дело... Хотя сверху-то удобнее будет. Да, что-то не подумал об этом. Так. Помещать. О, два канала, только не уверен, что они заработают. Я просто давно тут не проверял, сколько чего у нас по каналам здесь творится. Ну, ладно, сейчас проверим. Так, подождите, автовыгрузку. Вот это, ну ладно, бог с ним. Так, поехали. Значит, тут нам тоже нужно будет подключить нам все к МЕшечке. Я не подключал просто input hatch. И вообще думал о нем, знаете что, либо все-таки здесь оставить, либо его просто перенести на боковушку какую-нибудь, чтобы спереди не портить вид. На output hatch, на input hatch, и я пока еще не знаю, как лучше поступить. Наверное, все-таки перенесу, но пока тут жидкость есть, пока мы так используем. Потом, пока появится другая жидкость, этот, наверное, тоже переставлю. Но не сейчас, однозначно. Так, и МЕ. Ту-ту-тум. Как бы тут красивенько это все дело. Вот тут проведем. Как-то так. Пусть будет. Пока еще ничего не отдан. Так, это мы настроили. Кстати, вот тебя забыл подключить. Ладно, потом успеется. Так. Я все про цветы-то не дорассказывал. Из-за того, что тут они у меня работали несколько дней. У меня тут такая атмосфера была поганая, что у меня цветы все начали вять. Это ужас какой-то был. А потом вернулось все в норму, когда... Давно все скрафтилось, и это, слава богу. Так. Мы это сделали. Тут нам нужно будет проверить, что оно работает. Там первая еще микросхемка будет, разумеется. Отсутствует канал. Все-таки тут МЕшки нету. Так, ты откуда идешь вообще? Вот ты ж откуда-то спускаешься.
А, во. Угу. 8 каналов. Ну из-за верха. Тут у меня 8 нету, отлично. Так, а на конце сколько каналов? Ой, как у меня тут все запутано, ё-моё. Зачем это я делаю? 31, говорит. Хм, вот это интересно. Но. А, ну... А, тут 32. Понял, я вас понял. Нам нужно это дело все расширять как-нибудь. Ха. Ну, давайте посмотрим, как я тут вожусь с этим всем делом. Так, а ты в ту сторону. А, ну это главная ветка, это мои побочные. Ну, вот ее, например, с этим можно совместить. А она совмещается либо здесь, либо не здесь. Так. Хотя так не хочу этим заниматься. Ну, в плане то, что не хочу это все дело разбирать, но придется. По-другому нет. Просто потом красотой это и все заниматься. Ужас, короче, полнейший. Ну, давайте вот. Я примерно накидал себе план, как я хочу это видеть. Это все дело. То есть мы с вами идем сюда. Вот так вот. А, ну да, все верно. Вот сюда. Тихо. Вот, и отсюда просто 32 канала, как пустим. Ну, мы знаем, что тут много каналов свободных. Поэтому вообще не опасаемся. Потом это все дело задекорировать. И получится красивенький пол. Так, здесь мы, разумеется, это все дело отключаем. Главное, чтобы сейчас сервер не выкинул. Потому что, когда я снимаю такие провода, обычно сервер может подлагать. Выкинуть там в ненужный момент. Ух. Он любит это делать. Так, а что у меня там по декору есть? Он сейчас все равно пока... принимает кабеля, ой, каналы пока там раздупляются, поэтому у меня есть время всегда на декорирование. Я уже этот сервер знаю, как... Не знаю, как облупленного себе, блин. Даже пусть будет так. Все. Красиво. Ну, что он скажет тут нам? О, минус 2 канала, то есть другие добавились. Да, 1000 пришла. От нас требуется микросхемка. Сиркуитка. Номер 1. Ну, крафт, точнее, переработка довольно-таки долгая. Но и... эта жидкость будет, знаете, производиться довольно-таки очень долго. 50 секунд. Ну, тут меньше будет. Ага. Но он все равно все забирает автоматически здесь, потому что я уже настроил. Блин, давайте так. Раз. Раз. О! Аганезен есть. Калифорния на квадах. А поскольку там? Так, так. А, 4,8,8. 4,4. То есть не по одной. Неплохо. Опа. Ну, вот так вот все это будет дело работать. Какая красота. Так, ну и отсюда, конечно, это нужно дело выкинуть, чтобы не мешалось. Ну все, пусть перерабатывает себе на здоровье. А мы тем временем обсудим. И надо будет подумать. Надо будет очень сильно подумать. Потому что я тут чуть-чуть, знаете, копошился в этом и думал, как бы нам лучше поступить. Начнем с того, что... А, точно, вот что я забыл рассказать. Я по квестам чуть прошелся. Ну, было, делать было нечего, я решил пройтись немного по квестам. Ну и... Шу-шуть позакрывал. Остались жидкости, остались большие контейнеры. Шу-шуть. Хорошо, что я чуть там... откладывал некоторые предметы.
Я тут прошелся, еще где-то что-то повыполнял. Я уже не помню, где, если честно. Надо бы сразу везде забирать эти награды и все. Так. Мы как раз сейчас с вами пройдем к нужному руслу. Где ты? Ту-ту-ту-ту-ту. Кстати, вот, по Палладию. Палладий сделал квест. Ну и тут что какие-то. Ну просто, знаете, из того, что у нас уже есть, просто взял капсулу, взял пыльки и все, готово, у меня закрылось. Вот, на Вольфрам тут нужно тоже будет нам сделать веточку. Тоже фигня. Так, подождите. А, это у нас вот здесь находится, точно. Вот, смотрите, что нам тут предлагают. То есть мы с вами сделали большой наквадаховый реактор. И нам предлагают сделать себе такую-то жидкость из Nuclear Based Fuel. Ну и, короче, то на Торе. Либо иди уже на квадах МК-1. То есть мы сейчас с вами заливали две капсулы МК-2, потому что нам квест ее дали. Здесь МК-1. МК-2 создается из МК-1. То есть нам нужно будет ее создать туда-сюда. А! Нам говорят, просто подержи и все. И квест закроем. Тут МК-2. Ну, чтобы пойти в МК-3 и в МК-4... Для этого нам потребуется наквадаховый фуэл рефайнери. Который... Ну тут не все так просто. Я хотел им заняться вот в этой серии, но понял, что нет, не займусь. Так, я вот не помню, где именно. А, ну, а нет, не то. Я, видимо, начинаю вспоминать, почему. Extreme Unstable на квадах. Кстати, тоже вот жидкость, которой у меня нету. Это есть. Ну-ка. Это просто такая пылька. Ой. Которая создается... Ага, вот. На квадре с этим вообще без проблем. Ну хорошо. Это вообще без проблем. Тогда не в контроллере было дело. И не в обычных кейсингах. Чё? Это что? Арундом. Арундом. Классно читается. Опана. И причем стабильненько пополняется. Ладно, бог с ним. Это у нас будет. Все-таки дело вот в этом. Ну, сейчас вначале тут еще посмотрим. На квадах асфальт. Да, это тоже. Ну вот, смотрите. Вот такой вот койл создается у нас при помощи, во-первых, криптона. А криптона за это все время я накопил всего лишь 14 ведер. 14. Его нам нужно будет много. Потому что, во-первых, 32 ведра только на один. А нам нужно будет 32. Это капец. Так, все остальное. Вообще как нифиг дело делается. Вот, а чтобы получить криптона нам много. От нас потребуется какая-нибудь переработка однозначно. Ну, мы тут не используем эти стержни, поэтому в мелких пропорциях не сможем получить. Поэтому это можно отсеять. Да, тут мы сможем получить из ликвид фуэла плутонического и получать его. Но тоже не то. Поехали дальше. ЛФТР газ паргинг. Гелий. Вот, смотрите. Смешивать гелий с литий... Ну, короче, прочитай просто, какие тут есть. Ли ФБ Ф2Ю Ф4 ФП. И, короче, эти две, ну, этих два газа разлагать на радон, криптон, аргон, неон, ксенон, гелий и еще на гелий с чем-то. Вот так вот, таким вот образом. Видимо, это нам и остается. Только тут просто выбираем. Либо через... Кракенту на квадах газ 14, либо лайт версия 18,
Модерлители 16. Либо через... А, кстати, да, я получал его в крупицах через ликвитар, но я пока остановил эту переработку. Получается, вот через эти вещи нужно будет делать. Например, через тебя. Это Oil Cracker. На квадах газ. И вот, заметьте, это Molten Atomic Separation Catalyst. Вначале начнем с на квадах газа. Где его получать? Опять же, в дистилляторе. Тут будем получать и плутон, и асфальт, и на квадах газ. Уран-238. Хэви на квадах фойл. Радон. И все из него. А он получается... Тихо. А, понял. Это все мы будем получать через накладах Solution. Накладах Fuel. Вот эти все переработки, это, короче, побочки, что мы будем производить, потом, чтобы они типа не копились, будем еще дальше их раскидывать. Мы будем же это все дело обрабатывать через накладах Solution. Вот, будем получать на кладах асфальт, который нам нужен. На кладах фойл. На кладах газ. Водичку на кладах фойл. А где solution получается? Он получается при помощи на кладах эмульсии. А на кладах эмульсия... Ой, все повисло. Создается при помощи квиклайма и оксида на квадаховой эмульсии. Блин, а квиклайм. Надеюсь, он у меня еще остался. А оксид на квадаховой эмульсии создается в печке через флуор-антимоник оксид и заряжен на квадах даст. Либо на квадрию. Я, наверное, все-таки выберу через наквадрию. Потому что тут будем еще получать Extremely Unstable на квадах даст, а он нам нужен. Да, он нам нужен. Ну, так вот, наверное, поиграемся. Хотя, может быть, и так сделаю две печки, и типа, когда потребуется, переключу, будет через другую создаваться, посмотрим. Вот такие пироги. А, ну это только по первой линии прошелся. Вторая. Atomic Separation Catalyst. Тоже проблемная штука. Это вот эта пылечка. Который получается через жидкий, жидкий Atomic Separation Catalyst. А он создается у нас через Ихор, Бедрок, Огненный Порошок, Манолин и жидкий на квадах. Либо тут можно полистать, и тут есть всегда альтернатива какому-нибудь одному элементу. Например, здесь Сонариум вместо Ихора. Либо вместо Огненного Порошка тут будет... Firestone Dust. Вместо Ардита будет Манолин. Ну и так далее. То есть посидеть, поиграться. И получится, что из такого состояния мы потом будем получать атомик такой. Арундомдом, Плутон. А, ну да, вот он. Ох ты ж, ё-моё. Ужас-то какой. Да. И опять же, я еще где-то копался и понял, что 238 уран я смогу перерабатывать во что-то еще в дистилляторе. Что-то уже забылся, где это и что. Ну, короче, там много всего. И по итогу, это все, чтобы только прийти вот к этой машинке. И причем, мне кажется, вот этим нужно заняться, ну точнее, производственной этой всей веткой заниматься раньше, чем мы будем заниматься этими жидкостями. Почему? Потому что пока мы будем заниматься этими жидкостями, он как раз уже там поднакопит нужного количества криптона, например. А потом раз, и будем его делать. Вот, поэтому нужно будет заниматься всеми этими дистилляционными вопросами, смотреть, что, куда, где, почему. Ой, блин, как же это? Это чтобы только криптон получить. Хотя нет, там еще асфальт, там еще другое. Ну ладно, это все в совокупности, все нам потребуется, видимо. Ужас-то какой. Ужас. И это мы еще с вами не пошли по накладах фуил. МКшкам разным. Ужас. Такие вот пироги. Надеюсь, вам понравилась серия. Обязательно поставь, не поленись. Большой пальчик вверх. Я стараюсь для вас, и это занимает немало времени. Уж поверьте. У вас всего лишь пару секунд. Свернись, поставь большой пальчик.
если не подписан, разумеется, подпишись. А с вами был Милтон, и до скорой встречи. Всем пока.